Дорогие выпускники, 4 года вы грызли, так сказать, гранит знаний в стенах нашего финансового колледжа. И вот результат. Отныне вы дипломированные специалисты, экономисты широкого профиля, люди, имеющие очень востребованную в наше время профессию. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо вам отдохнуть. Слушайте, а пойдем в Камелию, а? Не, Камелия — это жалкая забегалка. Но все-таки дипломы обмывают. Конечно. Только не в эту дыру. Пойдемте в Пиноккио. Я там недавно была. Очень приличное место. Давайте. Да, да. Конечно. Пойдемте туда. Саша, Козинцева, а ты куда? Я на работу опаздываю. Да ладно, так уж и скажи, что денег не хватает на кафе. Мальчики, а возьмите сегодня Сашеньку на содержание. Сделайте подарок бедной девушке в такой день. Ну, давайте, давайте, купцов, дымов, не жмитесь. Да не вопрос. А что, Сашка, отдавай я тебя гульну, а? А потом ко мне. У меня как раз предки на дачу свалили. Тусанем, а? Спасибо за красивый жест. Только я сама зарабатываю. И деньги трачу, когда захочу и на что захочу, понятно? Ну, надо же. Так что счастливо отдохнуть. Маме подаришь. Браво! Закомплексованная ты какая-то. Странно. Сильно. Помягче надо быть, и люди к тебе потянутся. Да ладно тебе, провинция, что с нее взять, пойти. Ну что, Ломоносов, между прочим, приехал из глухой провинции. А вот что было бы? Вот что было бы, если бы он... Девушка. Это вы мне? А, нет, извините. Вот идиотка. С дуба рухнувшая идиотка. С дипломом. Я радуюсь, что не стоишь. А вы мне не хамите. Я села, потому что раньше вас в очереди была. Вот так всегда. Красивая жизнь пролетает мимо, а ты давись в этой забитой маршрутке. Там все, держись, смотри, потоп не устрой. А мы на улице будем. Ну-ну. Так. Смотри, пистолет. С водой. Здрасте, Татьяна Алексеевна. Здрасте. Ну все. Побежала Татьяна директрисе докладывать, что ты опоздала. Вот стерва. Черт, а главное вовремя. Вот только сегодня, представляешь, собиралась пойти к Зиновию по поводу места бухгалтера. Она же мне обещала перевести, как только диплом получу. И вот тебе, пожалуйста. Ой, Саш, сегодня не советую. Сегодня их величество не в духе. А с дипломом поздравляю. Спасибо. Слушай, Анька, ну я как только получу зарплату, мы отметим, ладно? По-любому. Александра, зайдите, пожалуйста, к Ольге Кирилловне. Спасибо, что похлопотали, Татьяна Алексеевна. Не за что. Не пуха. Аня, почему у вас вечно бардак на прилавке? Ну-ка, уберите сейчас же! Да, да, войдите.
Здрасте, Ольга Кирилловна. Вызывали? В чем дело, Александра? А в чем дело? Козинцева, по-моему, мы с тобой договорились. Никаких больничных, никаких прогулов, никаких опозданий. Или я что-то путаю? Ольга Кирилловна, у меня уважительная причина. Мне сегодня в колледже вручили диплом. Поздравляем. Спасибо. И там директриса зарядила речь на час. Мне уйти было неудобно, поэтому я… Ну, ладно, я тебя прощаю на первый раз. Но учти, это не только первый раз, но и последний. Угу. Что-то еще? Да, я хотела кое-что спросить. Да-да. Ольга Кирилловна. Людочка. Ой, Людочка. Я вам тут чайку сделала. Спасибо. С кексиками. Да. Кстати, Кузенцев, познакомься. Это наш новый бухгалтер Людмила. Племянница Татьяны Алексеевны. Здрасте. Здрасте. У тебя какой-то вопрос? Уже никакого. Ну тогда иди работай. Я травки тоже все сварила. Ой, я прям чувствую такой аромат. Ты просто волшебница. На здоровье. А припилила эта Людочка аж из Череповца. Так что, сама понимаешь, за место будет держаться зубами. Видала, как она стелится перед директрисой? Да что ж за непруха такая? Может, тебе другое место попробовать, а? Ты думаешь, я не пробовала? Ну вот скажи, кому нужен экономист без стажа работы с владимирской пропиской? Ну вот кому? Да нафиг никому не нужен. Что это действительно? У вас ни одного зелененького. Мужчина. К большому сожалению, ни одного зелененького. Тогда я ничего брать не буду. Да и не берите. Ну, знаете, вы еще и хамите. Понаехали. Ну, ты представляешь, только думала, сейчас устроюсь на хорошую работу. И на тебе. Да ладно, Сашка, прорвемся. Здравствуйте. Добрый день. Будьте добры, помогите мне сделать покупку, пожалуйста. Конечно. А что именно вас интересует? Для какого возраста? Что-нибудь необычное, если можно. Хорошо, сейчас посмотрим. Проходите сюда, пожалуйста. Так, сейчас. Сейчас мы вам что-нибудь подберем. Ой, а вот смотрите, какой у нас замечательный зверь. Нравится? Да, хороший. А можно посмотреть его поближе, пожалуйста? Конечно, я сейчас покажу. Я покажу. Саша, осторожнее! Ой, блин, горелый. Ой, елки-палки. Ой. А что случилось? Ничего, а ничего не случилось. Ничего себе. Вот Кикимора. Пошла директрисе жаловаться. Что? Что такое? Это что за бардак? Вы что себе позволяете? Вы не волнуйтесь, я сейчас все это уберу. Я попросил, чтобы для меня сняли все игрушки с полок. Я их покупаю. Все. Ваша продавщица убедила меня в их абсолютном качестве. Игрушки действительно хорошие. Они все отечественного производства, без нарушений каких-либо норм санитарных. Да, Ольга Кирилловна? Да, конечно. Игрушки у нас очень хорошие. Да, хорошие. Вам их как упаковать? Будьте добры, уложите все в пластиковые пакеты. Побольше. Хорошо. Ань, давай большие пакеты. Идем. Я тебе вот что хочу сказать. Пойди, сейчас ко мне. Так, давай. Ага, вот. Ну как? Все по плану. Я ее видел. Можно ехать.
знаю, как от него пахнет. Ты знаешь, у него одеколон такой, запах чего-то благородного, с табаком и вот с чем-то еще. Так бы отдалась. Лишь бы взял. Да ну тебя. И куда нам столько игрушек? Детский сад увидишь, притормози. Что у меня есть? Надь, держи. Вот еще. Мужчина, что мужчина, вы что такой? Палка зеленая. Это себе, я сейчас вызову милицию. Не надо милицию. Я представитель английского благотворительного фонда. Мы дарим игрушки детям. А мне? Держи, малыш. Спасибо. Смотри, что я тебе дам. Смотри, какую вкусноту. Ну-ка, смотри, что я тебе сейчас дам. Смотри, что я тебе сейчас дам. Ну-ка. Ну-ка, Барбарис, служи. Служи, 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 служи. Ты молодец, молодец, да, Барбарисыч. Аппетит у тебя, как всегда, отменный. Ну-ка, 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 служи, служи, служи. Ой, молодец, молодец. А вот у меня аппетита вообще никакого нет. Ты представляешь? Хотя, что я тебе рассказываю? Ты же и так все знаешь. В общем, не жизнь, а сплошная тошниловка. Ой, так, все. Заканчиваем болтовню. Скоро придет Макс, а у нас ничего не готово. Давай. Пойдем, помогать мне будешь. Барбарисыч, за мной. Борисович, нравлюсь? Да ладно, знаю, что не принцесса. Некрасивая, ноги кривые. Да кривые, кривые. Сутулюсь. Им же сейчас чего подавай? 90, 60, 90, правильно? Ой, Барбарисыч, вот был бы ты мужиком, ты бы точно мне женился, да? И нарожала бы я тебе много маленьких барбарисят. 10. 12. Хорошо, я подумаю.
Ой. Барбарисыч, смотри, кто к нам пришел. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. Проходи. Привет, собачка. Опа. А я что-то не понял, по какому случаю у нас гулянка, а? Максим, ты что забыл? Я сегодня диплом получила. А, я болван. Ну ты даешь котенок, вообще. Я тебя, конечно же, поздравляю. Ну а подарок за мной. Угу. Слушай, это надо отметить. Причем Максим, медленно. Ну Максим, Максим, ну погоди. Котенок. Ну, Максим. Барбарисыч, выйди. Замечательно. Нет, я просто знаю, что я хотела узнать, а что с нами будет дальше? Будет. Дальше будет все лучше и лучше. Нет, Максим, слушай, я серьезно. Мы же с тобой встречаемся уже 2 года, да? Угу. Ну вот, наши отношения, они же должны как-то развиваться. Ты понимаешь, в такие моменты, прекрасные моменты, я не могу ни о чем думать, только чувствую. Максим, Максим, ну подожди. Слушай, я не понимаю, что ты взбеленилась-то, а? Нашла время, ей-богу. Нет, Максим, я просто хочу узнать, правда, ведь я же закончила учиться, а на должность бухгалтера меня не взяли. Мне, возможно, придется уехать к папе во Владимир. Вот, и я поэтому хотела бы узнать, ты там как вообще планируешь? Сашуль, ну пожалей ты мне, ради бога. У меня был чудовищно сложный день. Нашу фирму чуть не кинули на 100 000. Мы еле разрешили эту проблему, а ты с этими разговорами. Ну давай поговорим в другой раз, а? Максим, Максим, я знаешь что, я просто хочу знать, ты вот меня, ну... Ты ко мне привязан? Или это у тебя, ну, так? Я очень, очень-при-очень привязан к своему котенку. Ты что, обиделся? Нет, я не обиделся. Совсем не обиделся. Я просто очень устал. Кажется, я тебе это объяснил. Я пойду домой, мне нужно выспаться. Завтра у меня тяжелый день. Максим! Ладно, все, поговорим. Когда-нибудь. Когда? Саш, ты просто невыносима. Ну почему ты все время думаешь только о себе, а? Пока. Алло, кто это? Ириша? А, рад тебя слышать. Какой клуб? Да, такое не забывается. Ну, хорошо, конечно, конечно, я с удовольствием тебе присоединюсь. Давай, пока. Добрый вечер. Почему дверь входная не закрыта? Вот я вот собиралась закрыть только что. Ой. Вот смотри, шляпу сделали на 2 размера больше. Представляешь, гастроли на носу, а у меня шляпа на глаза падает. Я кому рассказываю? Завтра пойдем твой костюм мерить. Если что, я им устрою Кузькину мать. Не цирк, а балаган какой-то. Да, вот и я говорю, оставьте вообще курам насмех.
Пошли. Сегодня, кстати, третье. Ты думаешь за квартиру платить? А у меня денег нет. Через пару дней зарплата будет, отдам. На мужиков, значит, деньги есть. А за проживание платить, значит, нет. Я же сказала, через пару дней отдам. Какая умная, а? Через пару дней. Может, тогда сама и подождешь? Вон у подъезда на лавочке. А как деньги принесешь, я тебя сразу обратно пущу. А? Да ладно, Александра. Ну ты что, шуток, что ли, не понимаешь? Да подожди, ну-ка сядь. Ты что бешеная такая? Ничего. Ну-ка, ну-ка рассказывай, что случилось. Не могу больше так. Надоело. В магазине зарплату не дают. Сегодня чуть не уволили. Эта воровета на место бухгалтера свою племянницу притащила. Да. А еще тут Максим. Вот скажите, вот чего ему нужно, вот чего? 2 года уже резину тянет. Придет, пожрет, потом в постель, потом к маме убегает. Не могу, надоело. Милая моя, да мужики все такие. Кататься любят, а саночки возить не очень. Так, ну-ка сопли подбери. Запомни, ни один из них не стоит наших слез. У меня этих Максимов, знаешь, сколько было? Вагон и маленькая тележка. И ни одного нормального. Братья наши меньшие. Что с них взять-то? Ну, кроме одного, конечно. Ну вот, другое дело. Ну-ка, пойдем на кухню, примем антидепрессанта. Ну, что встала-то? Садись. Давай-ка, за нас, за самых умных, красивых и талантливых. А, хорошо. Ну как, полегчало? Угу. Ну, я же говорила. Так, ну, что делать-то будешь? Не знаю, наверное, во Владимир поеду. Там же у меня отец все-таки. Может, на работу устроит. По специальности деньжат подкинет. Я хоть с вами за комнату расплачусь. Ну и правильно. Если бы не моя профессия, я бы давно в свой Бердичев махнула. Бердичев — такой хороший городок. Правда, цирка там нет. Москва что? Базар-вокзал. А там каждая улочка своя, родная. Могилка родительская. Да, завтра и поеду. Завтра выходной. Тем более. По 70, а пионы по 100. А сколько у вас цветочки стоят? Нет. Эти по 100, эти по 70. Вот. Держите. Простите, а в какую цену у вас цветочки? Гвоздички по 70, пионы по 100. Угу. Денег нет, милая. Посмотри, что я тебе дам. Посмотри, по 10 рублей. А мне 4 нужно.
У меня тоже есть такие. Я вам откопаю пару цветочков. Держи, милая. Спасибо. Ну вот и славненько. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Приятно, девушка. Здравствуйте, тетя Надя. Здравствуй, мамочка. А кто это у тебя здесь был? Неужели отец сподобился? Здравствуй, дядя Миш. Здравствуй, милая, здравствуй. А не видели, кто к маме заходил? Отец? Не, это какой-то другой, молодой такой. Ну, по всему, видать, не наш. Иностранец. Вот так, да. Здравствуйте, отец дома? Ой, привет. Заходи, дома, дома. Славик, Славик, тебе пришли. Иду, Солнышко, иду. Привет, папуль. Здравствуй, дочь. Приехал. Угу. Ну, пойдем, что ли? Пойдем на кухню, что ли? Чаю попьем. Пойдем, пойдем. Ты пей чай-то, пей, пока не остыл. Спасибо. Я у мамы была. Ну, это правильно. Как там? Нормально, трава растет. Mm-hmm.
Диплом получила? Угу. Вчера. Поздравляю. Совсем ты у меня большая. Тут поговорить бы нам надо. Славик, водички принеси с лимоном, мутит что-то. Бегу, Ниночка, бегу! Славик, извини. Быстрее. Ой, подташнивает что-то. На, солнышко, попей. Спасибо. Папуль, ты о чем поговорить-то хотел? Да так, ты у меня уже взрослая, дипломированный специалист. Вот, сама можешь себе позаботиться, а я, можно сказать, за тебя ответственности уже не несу. Нет, ну это правильно. Рано или поздно все дети становятся взрослыми, самостоятельными. Только запомни, Саша, что в жизни очень много нужно трудиться, чтобы жить достойно. Просто так ничего не дается. Погоди, папуль, ты это к чему? Видишь ли, мы с Ниной расписались. Вот, и у нас будет ребенок. Представляешь, врачи говорят, мальчик. Поздравляю. Спасибо. Только сама понимаешь, квартирка маленькая. В одной комнате мы с Ниной, в другой ребенок будет. Развернуться негде. Все понятно. Для меня здесь больше места-то нет. Ты об этом хотел поговорить, да? Ну, вот зачем ты? Как твоя мать? Или черная, или белая. Она все доводила до крайности. А жизнь – это нюансы. Нюансы, понимаешь? Понимаю. Ни белая, ни черная. Так, серенькая. Вроде бы не выгнал дочь, вроде бы сама ушла. Да, папуль? Ну, зачем ты так? А как? Славик, опять что-то произошло. Нина, бегу! Вот, пей, солнышко. А ты что, уже уходишь? А чего высиживать? Мы же поговорили, все понятно. Ты знаешь, папуль, я хотела пожелать тебе счастья. Такого, знаешь, неземного, огромного, прямо оглушительного счастья. Сигарет не будет? Да не вопрос. Спасибо. Обращайтесь, если что. Здоровечка, отец Петр. Как почивали? Неплохо, неплохо. Здравствуй. Я думаю, мы к осени-то поспеем. Надо, надо. Крышу надо, надо перекрыть, покрасить. Да, материал чекать. Ну вот, думаю, кого позвать, потому как своими силами...
Пашка, привет! Сашка! Пашка! Сашка, приехала! Здравствуй, мой хороший! Ну? Ну, как жизнь? Рассказывай. А что лицо такое кислое? Случилось что-нибудь? Так а что может случиться? Каждый день одно и то же, скукотища. Лучше ты расскажи, как, что? Что нового? Я закончила колледж и получила диплом. Да ну? Да. Теперь я экономист широкого профиля. Большим человеком станешь? Да ладно, пока еще рано об этом. Так вот, по случаю окончания мною колледжа, у меня для тебя подарок. Это тебе. Саш, ну это зачем? Это тоже тебе. Ну, но только ну это еще не подарок. А подарок вот. Опа, держи. Да ты что, это же дорого. Да не переживай, это мой. 5 лет на нем оттарабанила, так что теперь вроде бы и не нужен уже. Нравится? Это же ноутбук. Настоящий. Угу. Нет, смотри, смотри. Раз. Так что вот, милый братец, не нужно теперь тебе мучиться своими листочками, ручками. Работай. Пиши себе на здоровье свои сказки про разные чудеса. Но если в чудо не верить, зачем тогда жить? Правильно. Нужно обязательно верить. Обязательно нужно верить, Пашка. О, сестрица названная приехала. Здрасте. Здравствуй, Саша. А что это вы тут сидите? Пора на прогулку. Ну, да. Поехали. Поехали. А я сегодня на кладбище была. К мамам нашим заходила. Представляешь, моей маме кто-то такой роскошный букет положил. А главное, неизвестно кто. Дядя Миша тоже сказал, что какой-то иностранец. Ничего себе. Хотя у дяди Миши любой, кто прилично одет, гладко выбрит и не пьяный иностранец. Да. А как отец? А ты помнишь, как у нас в детстве была роскошная голубятня, Паш? А, конечно. А помнишь Лучика? Ага. Какой голубь был. Все пацаны завидовали во дворе. Помню. А ты помнишь, как ты в свой день рождения рухнул с этой голубятни? Полез за Лучиком на крышу и упал, помнишь? Подожди, это разве в день рождения было? День рождения в день рождения. Ха. Боже мой, я помню, так хотелось страшно торта попробовать. А пришлось тебя ждать из травмпункта. Да. В тот раз обошлось, правда. Пашенька, ну ты же мне сам говорил, главное верить. В Бога, в чудо, неважно. Я тебе обещаю, я обязательно что-нибудь придумаю. Вот устроюсь на работу, заработаю кучу денег и отвезу тебя в Европу. Ты знаешь, кстати, я в интернете прочитала, что там такие сложные операции делают по восстановлению функции позвоночника. Правда, правда? Я верю. Вот и умница. На ужин пора. И мне тоже пора. Давай. А ты не кисни, ладно? Угу. Ну, давай, пока. До свидания, Саша. С Богом. С Богом. Да и только. С такими способностями хорошо тайком через границу шастать. Извините, пожалуйста, я… В общем, у меня нет денег заплатить за квартиру. Я… У папы тоже нет. Но я что-нибудь придумаю завтра, ладно? Вот оно что.
А я-то думаю, чего она прячется. Ну, ты даешь. Я займу завтра у девчонок, хорошо? Я обещаю, я завтра обязательно… Да живи ты так! Что теперь, на улице тебя, что ли, выставлять? Отдашь, когда сможешь. Спасибо. Не за что. Ой, подожди! Чуть не забыла. Тут тебе конверт. Написано Александре Козинцевой. Значит, тебе. Спасибо. Это сосед сверху принес. Ему в почтовый ящик засунули, представляешь? Он 10 дней в командировке был, вернулся и обнаружил. Вообще, давно пора на этой почте скандал устроить. То счета телефонные перепутает, то у них не первый раз эта бодяга. Безобразие. Странно. Английская адвокатская контора приглашает для оглашения завещания. Какого завещания? Во дела. А что за завещание? Да не знаю, ничего не написано. Написано только, что завтра вон последний день. Аллочка, солнышко, тоже. Как можно быстрее, мы опаздываем. Я тебе не печатный станок. Ну, очень нужно. Да, всем очень нужно. Аллочка, я через полчасика Наталья посмотрю. Вячеславовна, мы успеваем. Будьте готовы. Девушка, что вам? Извините, пожалуйста, я вот хотела бы узнать по поводу письма. А, так это вы к Махнову. Паспорт с собой? Да, конечно. Алёсик. Вот, пожалуйста. Отлично. Можно верхнюю одежду? А, конечно, конечно. Алюсик, я забыл. Спасибо. Так, на автокабинет. Ага. Ефим Аркадьевич, можно? Да-да. Здрасте. Вот. По делу Уолтерса. Давай к Уолтерсу. Я Пули. Вы присаживайтесь. Спасибо. Извините, пожалуйста, я не очень понимаю, зачем меня сюда пригласили. Видите ли, я не уполномочен отвечать на подобные вопросы. Сейчас вас познакомят с мистером Уолтерсом, и он все вам объяснит. Вот. Мистер Уолтерс, это Александра Козинцева. Здрасте. Здравствуйте. Прошу вас, будьте добры, оставьте нас на некоторое время. Конечно, конечно, разумеется. А, извините. Наш, let's start. It's all clean, Mr. Walters. Thank you, Nash.
Позвольте представиться. Карриган Уолтерс, адвокат мистера Терренс Харпер. В связи с волей моего покойного клиента мне поручено огласить завещание Терренса Харпера в той части, которая касается вас.